think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, мы на аккаунте Ислама на английском сервере, и я сегодня вам покажу то, о чем я, в принципе, записывал вам уже видео. Как можно за пару дней, да, то есть там 1-2 дня, сделать то, что нельзя сделать на даже на том же самом Тайване. Ну, на Тайване, как минимум, вам, наверное, надо будет, если брать так осколками, собирать того же самого Зефира, другие карты, ну, как минимум месяц. На английском сервере это делается намного быстрее. А русский сервер я даже не беру в счет. На немке есть своя халява, можно собрать огника, но опять же, там пару месяцев на это уйдет. То есть 1-2 месяца. Здесь это делается за 2 дня, просто там 2-3 дня, и просто аккаунт топовый по героям. В общем, те скрины, которые вы увидели, это все получено с акции, о которой я говорил, с помощью бесплатных самоцветов. Это реально очень круто. Аккаунт молодой, но сейчас вы увидите, вот он наделал квестов на 10900, практически 15к, он еще и не все квесты успел сделать. То есть можно еще квесты делать, еще забирать. В общем, он бы еще халяву забрал. Сейчас я закину скрины, сам с вами посмотрю. Вот, если взять по скринам, внимательно, ребят, смотрите, Леди Божество, да, ее можно сейчас получить на определенных серваках тоже, но здесь вы получаете целую плюс скины. 20 монет, Зефир, 200 пыльцы, 640 осколков на Зефира, скин на Лисицу, 3 донатных карты, 10 истинная вера карта, и это еще не все, сейчас я вам еще второй скрин тоже с вами гляну. Это просто пипец, вот реально смотришь на это все и офигеваешь, насколько классные и крутые плюхи на этом серваке. Половина лисицы, ребят, половина лисицы, дофигища сундуков, хладный, и еще 600 кулаков. И это все собрано, вот знаете, вот в чем разница, почему я это начал показывать. Многие там трешуют, вот русский сервер, это хардкор. Никто не говорит, что это да, это классно, круто, но когда ты убиваешь на игру 3 года, ее херят на русском сервере, а на другом сервере ты это все получаешь, ну, частично на халяву. И сам смысл, да, вот там классно, все круто, ты добиваешься чего-то, но какой смысл тратить дофигище времени и всего, если можно вот, цель у каждого поиграть, да, иметь на аккаунте определенный герой и играть ими. Какой смысл ждать 3 года, чтобы получить героя, да, который потом станет неактуальным и ненужным? Все хотят играть донатными героями сегодня, сейчас и сразу. Все хотят их тестировать и пробовать, потому что у нас самая основная проблема в битве замков. У нас выходит герой, и он просто не актуальный через спустя там месяц-два. То есть от того, что вы там трешуете на русском сервере и кричите, вот русский сервер круче всех, это хардкор, это все, типа, это бездонат. Какой смысл, если вы получите, соберете того огника, он уже будет не актуален. Та же самая Фрея, ее разваливают куча других героев. Надо стремиться к тому, чтобы играть героями, когда они выходят. Да, от них хоть еще есть какой-то толк. Но это только в битве замков такое бывает. В общем, ладно, поехали дальше. В общем, такой вот аккаунт, поехали посмотрим, что у него тут есть вообще. Смотрите, 285 осколков Зефира еще, ну это скина осталось. Это у нас ордена. Ребят, это все на халяву получено. Так, расходники, талантики, расходы всякие, коробки. Посмотрите, сколько коробок. 167 коробок. 394. Ну, этим, в принципе, никого уже не удивишь, да, там есть другие герои. Вот, смотрите внимательно. Один Зефир. Один Зефир собран, валяется на складе. Знаете, у многих, ну,
В принципе, у всех без донатов цель на сегодня это собрать Зефира, наверное, больше всего, потому что это единственный герой, который на сегодня еще актуальный и топовый на многих локациях. Если там, допустим, на немке его можно получить с роллинга собрать, ну и осколки там падают, и сумки у нас там продают, в принципе, плюс-минус. На английском можно его собрать с помощью монеток, которые можно тоже получить, играя без доната. На Тайване можно получить монетки с помощью траты самоцветов, покупая паки. На русском сервере, ну, я не знаю, по-моему, это более всего проблемно получить именно там. Но, в общем, на всех других серваках ребята, которые играют без доната, получили. Поехали, посмотрим на его героя, потом посмотрим еще сборки. Что у него есть? За пару дней, ребят, Мэри еще не собрана. Ну, понятно, что Мэри не собрана, потому что этот аккаунт еще даже не фармился, но Мэри не проблема. Зефир с донатных и стрелок есть. Дуэлят есть, Феникса нету. Божество есть, лисица есть, оккультист, ворожей есть. Ну, что еще надо для комфортной игры? Бард есть. В общем, как по мне, с топовых героев у него фактически все есть. Вот что еще надо на таком аккаунте, чтобы фармить успешно все локации? Да больше, в принципе, мне кажется, ничего. Поехали, посмотрим, что у него тут по сборкам. Ворожей 10-10 ждет прокачки. Бигфут, Зефир, Зашка вообще отлично, прокачка 10-10 со скином, лисица со скином, прокачанная, нормальная, кайфовая лисица, вот посмотрите внимательно, нормально, да, люди живут на серваках, вы сидели там на русском сервере и сидите до сих пор, многие кричат, вот русский сервер, это лучше всего, ну лучше всего, я не знаю для чего, если у вас цель поиграть героями, которые актуальны, то явно это не русский сервер. Божество. Кайфовая сборка, тоже все есть. Так, тыковка пошла, живо у него исцеление, я не знаю, что он не поставил. Дуэлянт есть, Бард. Бард, причем Бард уже у него сразу же будет с истинной верой, эмблемой. Просто идеально. Как по мне, вот смотрите, вот начинающий стартующий аккаунт, да, донатные герои есть, выбивай просто ненужных, недостающих там бездонатных героев, играй себе в кайф. Все. И не надо париться. Нафига донатить, вот встает вопрос, да, вот как доната, нафига донатить уже в игру. Смысла от доната вообще никакого нет. Если раньше ты получал за это какие-то определенные, да, там плюхи, получал какие-то преимущества, сейчас донат это просто, ну, по сути, ты получаешь, ну, немножко быстрее там определенного героя, который, по сути, в большинстве случаев просто не актуален. То есть смысла донатить в эту помойку вообще никакого нет. Давайте посмотрим, что по эмблеме. Вот, пожалуйста, аккаунт 10 эмблемы. Ремка есть, водушка, СО, пакт, выживание, 3 штуки, истинная вера, ПДшка, что еще надо? Таланосмотра есть. Просто бери, просто тупо прокачивай, играй. Вот так вот собираются аккаунты на других серваках. И не надо ждать там полгода, год, два, три, для того, чтобы получить там того же самого Зефира. Я больше чем уверен, что у большинства ребят на русском сервере собрано где-то осколков 100-150. И определенных героев там Барда и прочего. Ну понятно, было у нас на русском сервере возможность в сундуках потрешивать, многие повытаскивали там лисиц, божество, барды, это все круто, но с Зефиром не все так просто, на него все равно надо донатить. Здесь просто разница в чем, я показываю разницу, здесь это все сделано за фактически пару дней, вот такой вот аккаунт. То есть не надо там париться, не надо много задумывать, там просто выполняешь задание, да, и получаешь определенные плюхи. Все, получил героев, дальше себе просто играешь в кайф, прокачиваешь постепенно одного, второго, третьего, и не паришься насчет других героев, потому что у тебя база основная, ну, очень крутая. Чтобы у меня на бездонате, там, да, на немке или здесь был Зефир, Лисица, Божество, Бард, что еще надо? Ворожай есть, Феникс Космо получил, все, у тебя все топовые герои есть, ты себе просто играешь, проходишь локации в кайф и ждешь следующую халяву.
И у тебя есть ресурсы, куда влаживать, потому что у многих ребят ресурсы, вот у меня, допустим, я ждал очень огника, я в итоге его прокачал на максималку, держится, ну, консервируешь. Здесь этого делать не надо. То есть здесь все для комфортной игры уже, в принципе, есть. Молодой и простой аккаунт. Ты себе просто заходишь, забираешь халяву и играешь в кайф. Все. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, что вы по этому поводу думаете. Как видите, все реально, потому что многие, вот мне Ислам написал, многие там писали, это нереально, это не то. Вот он собрал на явном примере без проблем вот такой вот аккаунт. Пару дней, там 2-3 накопления, и все. На английском сервере, причем это очень быстро происходит. То есть через день фактически у нас, а то и каждый день накопление. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.